Уголовное дело возбуждено в Алагирском районе по факту убийства. По данным Следственного управления Следственного комитета Республики, накануне примерно в полночь в приемное отделение Алагирской районной больницы доставили 36-летнего местного жителя с огнестрельным ранением грудной клетки. Он впоследствии скончался, не приходя в сознание. Сейчас проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства происшествия.